Привет, уважаемый коллега. А у тебя что-нибудь? А я уж думал. Счастливого пути, друг мой.
еще так долго? Что, зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа что ни минута, то новая проверка. Ну, хоть пласть нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит? Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Но не думая, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я бы тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь завали и слушай внимательно, что старшие говорят. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку и прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. С чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свое. А ты кто вообще такой? Я выполняю задание, вот и все. А остальное тебе, дружище, знать не обязательно. Совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно. Но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Так что ты сам себя спроси, чего бы он хотел, чтобы ты сделал такой выбор, а? Игорь, пистолет, который я тебе дал, предлагаю сделать... Извини, Оливер. Игорь. Слушай, может, поучишь меня своим... Вряд ли, но я с радостью обучу тебя... Отлично.
Тогда начнем? Иди за мной. Я покажу тебе пару приемов, которым научился во второй объединенной оперативной группе. На задании лучше действовать скрытно, а не палить во все стороны, убивая направо и налево. Этому я и научу тебя сегодня. Скрытности. Начнем со снов. Попробуй прокрасться мимо меня, используя доступные укрытия. Не высовывайся, не шуми и пересекай открытые пространства как можно быстрее. Будь как призрак. Готов? Пошел! И что это было? Моя бабушка тише ходит по осенним листьям в ботинках с железными носами. Давай еще раз. Сосредоточься, Игорь. Готов? Пошел. Ты как слон в посудной лавке. Попробуй еще раз. Готов? Пошел. Ты можешь лучше. Соберись. Давай еще раз. Сосредоточься, Игорь. Готов? Пошел.
Скрытность не твой конек, но ты научишься. Не всем дано стать призраком, но ты точно сможешь научиться делать это лучше, если очень постараешься. Так держать. Пусть тебя все боятся, и тогда ты сможешь защитить своих ближних. Горжусь тобой, Игорь. Thank you.
Есть там кто? Эй! Да ответьте уже наконец! Уроды! Это важно, мать вашу! Эй! Это кто? В смысле кто? Ты как вообще, в порядке? Арендодатель твой на связи, идиот! Михаил, я тут немного занят. Рад, что тебе все нравится. Надеюсь, оставишь помещение в таком же безупречном состоянии. Ладно, к делу. Антон. Антон. А? Жаль. Он был реально хорошим парнем. Возможно... Не думаю. Чего? Мне надо, чтобы ты мне тоже помог и удалил базы до... И пока ты не начал ныть... Да, я в курсе, что ты не по... Надо использовать любую возможность. Вот это по-нашему! Отправляйся к зданию в комплексе Дуги. Я буду на... Thank you.